Я должен поздравить президента Азербайджана Ильхама Алиева с 60-летием. Хоть и есть у нас люди, чье имя нельзя здесь называть, вообще нигде нельзя называть, которые говорят, что мы должны железные нервы иметь. Надо понимать, что в условиях таких провокаций железными нервами одними ничего не получится сделать. Железный кулак еще нужно делать, помимо нежелезных нерв. Я про другое железное не говорю, что еще нужно иметь. В случае общения с Алиевым, для него понятном языке, это именно такая формула должна действовать. Одних железных нерв мало. Когда противоположная сторона открыто говорит, что имеет территориальные претензии вот конкретной этой республики, когда 45 минимум километров уже оккупировала на территории суверенной Армении, когда не признают ее границы, когда объявляет столицу Армении азербайджанским городом и конкретные шаги поползновения делают. Вот, например, мы здесь обсуждаем там, что у нас в Армении там есть территории, где можно было бы баранов держать, да, там пастбище, вот эти сколько гектаров там не используются. Так, а вот мы не используем, мы должны дороги туда построить. Дороги для кого? Азербайджанцы любят баранов держать, гоюнов любят держать. Для них строим дороги, чтобы они в советское время тоже тогда, как некоторые территории Армении переходили, хорошо, Азербайджанское СССР, им пастбище нужны были, и советские власти отделяли эти кусочки, кстати, чтобы они своих баранов пасли там. Для этого дороги строим. Вот некоторые параллельно этому всему процессу и обострения в Арцахе мы слышали на определенных высоких таких, да, должностях заявления. Опять говорю, не буду имена называть, но они сами знают, про кого речь. Значит, если русские уйдут, говорит, из Арцаха, мы уйдем вместе с русскими. Да. Если русские останутся в Арцахе, то мы останемся. Когда вы говорите это, вы слишком большую, понимаете, ответственность на российскую. Вы должны сказать, уйдут русские или нет, мы здесь останемся до конца. Это наша родина, это земля наших предков, и мы не уйдем отсюда никогда. Тогда и русские не уйдут, стоя рядом с вами. Если вы будете говорить, что вы как цыгане готовы вместе с русскими уйти, то последствия могут быть ой-ой-ой какие. Поэтому очень важно, как говорить на международном языке, который более приемлен для людей, которые такие заявления делают, базар свой фильтровать надо. Поэтому говорить, что русские уйдут, мы уйдем, русские останутся, мы останемся, Алиев этого и хочет, чтобы впереди русских армяне оттуда ушли, и все для этого делает. У нас под носом разворачиваются такие события, а что мы имеем? Вы видели, какие эпохального значения у нас муниципальные выборы по всей стране подходят? Вы видите, как границ дороги закрывают из-за того, что там один префект другого выиграл, не выиграл, один голос за, два голоса против? Такое впечатление, что страна живет двумя параллельными реальностями. Одна, которая понимает все вызовы, которые стоят перед нашим государством, обществом и народом. Другая, которая живет, например, кто там стал, чей племянник там стал, гюгапетом и так далее. Непонятно. Почему непонятно? Очень хорошо понятно, зачем эта искусственная повестка дня вбрасывается в широкий оборот. Я так понимаю, что там в этой запятой без точки, которая на карте мировой, если отдалить карту, да, там Республика Армения на запятую, похоже, всего-навсего. Но мы здесь из этой запятой эру, в то время, когда у нас бушуют войны эпохального масштаба на территории Ближнего Востока, противостояние России, НАТО, Запад. А мы здесь эру мировой стабильности провозгласили, и президент Америки скоро, президент России, президент Азербайджана и Турции на коленях приползут в Ереван, чтобы мы мечом, как говорится, этого короля Артура из рыцарей круглого стола, их кэри миролюбия пригласили. Надо так понимать. Вообще, в конце концов, надо иногда, да, из воображаемого мира возвращаться в мир реальности. Ну, значит, кто имеет уши, да услышит. А кто услышит, глаз, видит и имеет глаза, то да увидит. Многие, говорит, нас попытаются, кое-кто говорит, сбить с этого пути миролюбия. Но мы не должны поддаваться. Мы должны прямым локомотивом с белым флагом в Баку врываться. Как говорится, русские такую интересную тоже пословицу имеют. Хорошо, только у нас соседи-то не Швейцария. Можно было бы объявить войну Швейцарии и сдаться, в принципе. Сдаться, присоединиться к Швейцарской конфедерации. Кантона Армения, к слову. Да, да, кантоном Армении. Если уж, ну, у нас сосед не Швейцария, видите, так не получится сдаться. Объявить войну и сразу сдаться. Не получится. А войну не мы обвиняем. Войну нам объявили и не собираются сворачивать с этого пути. Говорят об этом открыто, даже с детской честностью. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр.
Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.